Мяч в аут ушел. Перехват, они снова с мячом. Можно провести контратаку. Есть тут возможность к воротам убежать. Как она играет? Отличное спасение, вратарь на высоте. Головой, возможно, последний шанс для них выйти вперед. Подали мяч с углового в центр штрафной. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел, поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Возможно, последняя атака в матче. Ну же, забейте! Ну-ка, все вперед! Судьба матча решается на наших глазах. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Забирает мяч голкипер. Очень неудачный пас прямо в ноги соперника. Судьба матча. Есть удар. Вратарь. Топовое спасение. Красиво справилась с этим ударом. Выбит мяч из штрафного. 90 минут матча истекли. Переходим в овертайм. Тренеры поговорили с командами, установки получены. Дополнительное время началось.